Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Kids. И сегодня мы поиграем с нашей кошечкой Анжелой. Анжела, ты где? А вот и она. Наша Анжелочка приняла душ. Самое время почистить ей зубки. Почистим ей зубки, ребята, и отправим ее завтракать. Давайте-ка сходим в магазин за продуктами. Смотрите, сколько тут у нас всего новенького. А что мы возьмем с вами сегодня? Возьму-ка я вот этот бутерброд с авокадо, роллы и странный зеленый напиток. И что-нибудь из вкусняшек. Гамбургер, колу и арбуз. Ну что, давайте покормим нашу Анжелочку. Хочешь пить? А как насчет арбузика? А вот твой любимый бутерброд с авокадо. Вкусно и полезно. Понравилось? Ты наелась? Ну, хорошо. Пойдем мы с тобой сходим в гардероб и покажем ребятам твой новый наряд. Снимем пижамку и вернем Анжеле беленькую шубку. Давайте поищем наш новый наряд, который мы открыли в прошлой серии, но еще ни разу его не одевали. Вот он, клевый концертный прикид. Ну как вам? Мне очень нравится. Очень прикольный такой осенний теплый костюмчик. Ну что, самое время выбрать цвет глаз. А давайте сделаем коричневые глаза. Выберем прическу. А давайте сделаем волосы на одну сторону коричневым цветом. Ну как вам? И отправимся, сделаем макияжик для нашей Анжелочки. Удалим остатки старого, ребята. Одна из наших подписчиц очень просила сделать желтый макияжик. Давайте найдем желтые тени. Вот. У нас они есть. Ура, ура, ура! Нанесем полностью на весь глаз. Вот такие красивые желтые тени. А румяна у нас, интересно, есть желтые. Вот они. Здорово! Тушь для ресниц, ребята, я возьму черную. А теперь выберем губную помаду. Ну, скорее всего, подходит вот эта. Она больше персиковая, чем желтая. Ну, мне кажется, она сюда подошла. Но как вам макияж? Если кому-то понравился, напишите. А вот и наша Анжела.
в новом костюме с новой прической и макияжем. Если вам понравилась моя Анжела, ставьте ваш лайк, ребята, пальчик вверх под этим видео. Можем, конечно, попробовать ей одеть какие-нибудь очки. Смотрите, какие идут вот эти очки. Очень классные очки. Есть еще шикарные очки, тоже можно выбрать цвет. Очки бабочки нам пока недоступны. Прикольные очки хипстера, кошачий глаз. А давайте мы попробуем летние очки. Какие цвета у нас есть? Как раз у нас желтый, зеленый. Голубой, смотрите, мне кажется, тоже идет. Больше всего, если честно, мне понравился вот этот желтый цвет. Вот такая наша Анжелочка. Ой, мы забыли почистить тебе зубки. Давай скорее почистим. Уберем остатки пищи. Вот так. Все чисто. Ребята, а давайте-ка мы теперь откроем с вами еще пару пакетиков с наклеечками. Интересно, что нас сегодня ждет? Нам попалась редкая наклеечка с Хэнком под номером 217. Здорово! Эпичная, номер 226. А что в этом пакетике? Ой, какая клевая Анжелочка. А здесь на костре жарят зефир. Здорово. Ребята, а вы когда-нибудь жарили зефир на костре? 218 тоже новенькая. Дубликат. И такая у нас тоже была. Открываю еще. Этой не было. Такая нам попадалась. Ой, смотрите, Джинджер кушает зефирку. Клево. И эпичная наклеечка. Ну что, самое время наклеить в альбомчик наши наклеечки. Номер 207. Анжелочка катается на велосипеде. 217. Хэнк поет на гитаре. Здорово. Номер 219. И нам осталось всего лишь одна наклеечка, чтобы собрать эту большую наклейку. Номер 221. И здесь такая тоже огромная у нас наклеечка на всю страничку. А, я знаю, знаю, знаю. Если мы ее закончим, скорее всего, нам откроется пляжное платье. Ну, наклеечки мы на сегодня все наклеили. Давайте-ка мы теперь немножко поиграем. Поиграем в игру «Желейка». Ребята, а вы играете с вашей Анжелой «Желейку»? Очень веселая игра. Нам нужно удалить всех монстриков. А чтобы их убрать, нам нужно удалять рядом желейки одинакового цвета. У нас осталось 3 монстрика. Но, ребята, не забывайте, количество ходов у нас ограничено. Опа! Остался один монстр. Ура! Мы перешли на второй уровень. Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал Ушастик Kids? Подписывайтесь скорее. Мы с кошечкой Анжелой всегда рады новым друзьям, ребята. Так, так, так. Один монстрик. Ура! Вот мы от него и избавились и перешли на третий уровень. Берем голубых монстриков.
Что-то я не вижу одинаковых фигурок рядышком. Вот красные собачки есть. Попробую убрать зеленых. Ой-ой-ой. У меня еще 15 ходов. Попробую красных собачек. И один монстрик. Здорово! Четвертый раунд, ребята. Красные собачки. Ой, как много голубых кошечек. Сейчас я их попробую убрать. Зеленые собачки. У нас 12 ходов и еще много монстриков. Ребята, а ваша кошечка Анжела любит играть в эту игру? У кого любит, обязательно напишите мне. Уберу розовых кошечек и желтых. Ура, ура, ура! Следующий тур. Интересно, до какого уровня мы дойдем сегодня с Анжелой? Красные собачки. О-оу. Что-то совсем почти нет одинаковых рядышком. Попробую удалить желтых кошечек. О нет, количество монстров у нас увеличивается, а ходов все меньше и меньше. Так, ребята, становится опасно. Всего 7 ходов осталось. Попробую убрать зеленых. Красные собачки. Ой-ой-ой, 3 хода всего. И последний ход. Ну вот, мы проиграли. Сегодня мы прошли всего лишь 5 раундов с кошечкой Анжелой. А сколько прошли вы, ребята? Напишите, давайте обсудим это в комментариях. Мне кажется, наша Анжела уже немножко устала. Давайте дадим ей что-нибудь вкусненькое перед сном и оденем ее любимую пижамку. Может быть, ты будешь вот этот волшебный зеленый напиток? А роллы? Нет, ты наелась? Хорошо. Пойдем оденем твою пижамку. И снимем очки, чтобы они не мешали тебе спать. А давай тебе сделаем милые 2 косички перед сном. Вот так. Тебе понравилось, Анжела? Ребята, наша Анжела очень устала. Самое время ей немножко отдохнуть. А вы подписывайтесь на наш канал Ушасти Kids. Мы с Анжелочкой всегда рады новым друзьям. И смотрите новые приключения кошечки Анжелы каждый день. Всем пока-пока! До новых встреч, ребята! Сладких тебе снов, Анжелочка! Ребята, всем привет! Вы на канале Ушасти Kids. Смотрите, кто проснулся. Наша любимая кошечка Анжела. Она проголодалась, и я сейчас буду ее кормить. Ребята, а сегодня у нас будет непростой завтрак с Анжелой. Мы будем поить ее зельями роста. Дадим ей специально зелье «Маленький котенок». Давайте сходим в магазин, купим еще немножко продуктов. По-моему, она не наелась. Нет, наелась? Ну, хорошо. Давай почистим зубки.
Ребята, представляете? Наша Анжела такая большая и вдруг снова станет малышкой. Вы хотите это увидеть? Я тоже. Сейчас я ее быстренько искупаю, и мы попробуем зелье. Ну что, Анжела, ты готова снова стать маленькой? Готова. Пойдем скорее на кухню. А вот и наше зелье. Интересно, ребята, оно просто сделает Анжелу маленькой или вернет нас на несколько уровней назад? Даже не знаю, что сейчас произойдет. Ну что, Анжела, ты готова выпить эту волшебную бутылочку с маленьким котиком? Открывай рот. Ой, смотрите, какая она маленькая. Интересно, а что будет, если дать еще одну? Нет, больше не хочет. Давайте-ка посмотрим на нее. Ой, смотрите, какая она крошка, совсем маленькая. Такая прикольная. Да, ребята, мы по-прежнему остались на нашем 36-м уровне. Просто Анжела стала маленькой. Интересно, а что будет, если мы выпьем бутылочку большой котик? Давайте попробуем ей дать. Открывай ротик. Ого, она снова стала большой. Как прикольно, ребята. А теперь я снова сделаю ее маленькой. Давайте сегодня мы поиграем с маленькой Анжелой. Давайте мы ее переоденем. А что мы оденем нашей крошке? Смотрите, как прикольно на ней смотрится костюм на Хэллоуин. Она такая маленькая. Маленькая балерина. Давайте я сниму с нее очки. Или маленькая Анжела-ниндзя. Маленькая Клеопатрочка. Вау, смотрите, маленькая Анжела-королева. Прикольно. Или маленькая Анжела-принцесса. У нее волосы до самого пола. Какая она прикольная. Или маленькая поп-звезда. Красная шапочка. Маленькая фея Анжела. Или маленькая балерина. Ну что, какой? А мой, давайте попробуем ей одеть какое-нибудь вечернее платье. Интересно, как будет смотреться на ней? Вот такое длинное вечернее платье. Наряд для бега за золотом. Но маленькой Анжеле, по-моему, не очень идут платья в пол. А это наш клевый концертный прикид. Давайте мы оденем какое-нибудь платье отсюда. Мне очень нравится костюмчик на Хэллоуин. По-моему, ей очень идет. Предлагаю сделать маленькую фею. Давайте выберем только цвет. Можно сделать желтый, беленький, желтый, голубой, сиреневый, зеленый. А давайте мы сделаем голубой цвет феи и розовую шерстку. Вот такая у нас будет интересная фея. А теперь давайте поменяем цвет глаз нашей малышки. Сделаем ей глаза ангела. И сделаем макияж для маленькой кошечки Анжелы. Все уберем. Давайте возьмем тени, вот эти голубые мерцающие. Вот так.
Выберем тушь для ресниц. Возьму-ка я вот эту голубую. Хорошенько накрашу ей реснички. Теперь губную помаду. А давайте ее сделаем такую необычную фею с голубым макияжиком. Вот только румяна я голубые брать не буду. Возьму какой-нибудь теплый цвет. Может быть, попробовать вот эти румяна? Ну, макияж для маленькой малышки Анжелы готов. Если вам понравился, ставьте ваш лайк. А вот и наша маленькая Анжелочка-фея. Она пробует летать на своих маленьких крылышках. Вот такая малышка. А давайте сделаем новую спальню для малышки Анжелы. Выберем ей новую кроватку. Давайте сделаем с кошечкой. Поменяем светильник. Теперь выберем постельное белье. Сделаем постельное белье на пляже. Его у нас еще не было. И выберем обои в спальне. Сделаем морскую волну. Вот такая у нас получилась новая спальня для нашей феи. Анжеле понравилось, а вам, ребята? Если кому-то понравилось, напишите в комментариях. Давай-ка мы вернемся на террасу, Анжела. Можем тебе что-нибудь новенькое сделать на террасе. Кстати, у нас открылся новый вид. Называется «Превосходный Париж». Панорама Нью-Йорка у нас есть, аквариум. Честно говоря, мой любимый вид – это тропический рай. Давайте немножко обновим террасу для нашей малышки. Можно еще коврик поменять. Вот так, готово. Смотрите, как она веселится. По-моему, ей очень нравится. А давайте мы с малышкой Анжелой откроем золотые пакетики с наклеечками. Интересно, что нас там сегодня ждет. О, номер 219. Анжела в панамке. Еще один дубликат нам попался. Редкая наклеечка. У нас голубой пакетик с наклеечками. А здесь у нас велосипед. И еще одна редкая наклейка. Здорово! Ну что, приступим? Будем клеить наклеечки. Номер 212. Ура, ура, ура! Мы разблокировали соломенную шляпку. Здорово! Номер 222. Ну все, все наклеечки мы наклеили. Нам осталось совсем чуть-чуть. И мы соберем полный альбом наклеечек. А теперь давайте немножко поиграем с нашей малышкой Анжелой. Давайте поиграем в игру «Разбей кирпичики». Приступим? Ого, смотрите, какой у нас стал огромный мячик. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал Ушастый Kids и смотреть новые серии с
кошечкой Анжелой каждый день. Так что подписывайтесь, ребята. Мы всегда рады новым друзьям. А у нас 4-й уровень. Ой, какую классную штуку мы поймали, смотрите. Жалко только, что она совсем короткого действия. Такой пистолетик у нас там был нарисован. Монетку сейчас поймаем, здорово. Прикольная игра, ребята, всем рекомендую в нее поиграть. А мы уже с Анжелой на 9-м уровне. Здорово! Я надеюсь, да, вот и 10-й тур. По-моему, дальше него мы пока еще ни разу с Анжелой так и не зашли. Здорово! Ой, мы перешли на 11-й и, к сожалению, у нас закончились жизни. Но давайте-ка попробуем еще раз. Посмотрим, что там дальше за туры. Наверное, дальше будет все сложнее и сложнее. Двенадцатый тур. Ой, какой-то новый значок у нас со стрелочкой. На 13-й уровень мы перешли. И у нас еще целых 2 жизни. Поехали дальше. Поймаем монетку. Ой, какой-то у нас там есть кирпичик в полосочку. Его, интересно, можно его разбить или нет? Может быть, по нему нужно ударить несколько раз, или он совсем не разбивается? Ребята, если вы знаете, то напишите вашу подсказку. А у нас закончились все жизни, и у нас новый рекорд. 16 340 очков, и мы дошли до 14 раунда. Правда, мы воспользовались дополнительными 3 жизнями с Анжелочкой. Ой, смотрите, кажется, она зевает. Наша малышка устала и хочет спать. Ребята, а вам понравилось играть с малышкой Анжелой? Как вы хотите играть дальше, чтобы она была маленькая или дать ей зелье роста? В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу. А я отправлюсь в гардероб. Давайте посмотрим, что у нас за соломенная шляпка. Вот такая прикольная шляпка. И одену нашей Анжеле пижамку. Пижамку Боди. Вот эту. Мне кажется, наша Анжела сейчас заснет прям стоя, если я не отправлю ее в кроватку. Ну вот, она в своей новой спальне. Ребята, подписывайтесь на наш канал Ушасти Kids и смотрите новые серии с кошечкой Анжелой каждый день. Закрывай глазки, Анжела. Сладких тебе снов. Ребята, всем пока-пока. До новых встреч! Ребята, всем привет! Вы на канале Ушасти Kids. Смотрите, кто у нас сегодня проснулся. Маленькая Анжелочка. Давайте мы ее искупаем. Она решила, что будет купаться прямо в этой шляпке для Хэллоуина. Совсем не хочет ее снимать, ребята. Придется купать ее прямо в этой шляпе. Я напоминаю вам, что моя Анжелочка выпила зелье «Маленький котенок», и она теперь снова малышка. Что, ребята, даже не знаю. Может быть, дать ей снова зелье «Взрослый кот», чтобы она снова стала большой Анжелочкой? Давай почистим зубы.
Анжела, нам с тобой нужно сходить в магазин за продуктами и покормить тебя. Давайте купим нашей Анжелочке из нового меню роллы, овощной салатик. Возьмем ей буррито, газировочку возьмем и ее любимый арбуз. Пойдемте кормить ее. Скорее садись за стол, Анжела. Открывай ротик. Пора завтракать. Твой любимый салат и газировочка. А как насчет арбузика? Ребята, у нас есть еще одна бутылочка «Взрослый кот». Мне кажется, уже можно дать ее Анжелочке, а потом мы ее сделаем опять маленькой, если вы захотите. А сейчас пускай станет снова большой. Ух ты, какая она огромная! Вот такая теперь у меня большая Анжела. А я напоминаю вам, ребята, что моя Анжела сейчас на 37 уровне. А на каком уровне ваша кошечка Анжела? Пишите нам в своих комментариях. Пойдем чистить зубы и будем открывать наклеечки. А то, Анжелочка, мы с тобой не успели в прошлой серии. И ребята на нас с тобой немного обиделись за это. Ты почистила зубки? Так что давай поскорее откроем. А вот и наши наклеечки, ребята. Давайте посмотрим, что здесь у нас. А в этом пакетике? Редкая наклеечка. Интересно, что у нас ждет от этой наклеечки? Наверное, новая прическа. И дубликатик. И третий пакетик с наклеечками, ребята. Редкая наклеечка нам попалась. Здорово. О, у меня есть еще один пакетик в запасе, голубой. А что нас ждет в нем? Еще одна редкая наклеечка. Здорово. Давайте клеить. Мы заработали 7 бриллиантиков. Смотрите, какая интересная страничка. Наверху Анжела отправляется в путешествие с друзьями, а вечером они палят костер и жарят на нем зефир. А Хэнк играет на гитаре, Джинджер, Том в гостях. У Анжелы барабан, здорово. Вот это у них была вечеринка. Еще пару наклеечек с этой странички, и нам осталась одна самая главная под номером 225. Скорее бы ее открыть, ребята, и у нас откроется с вами новое пляжное платье. Очень хочется его одеть. А среди вас есть такие, чья Анжела уже одевала пляжное платье? Напишите. Анжела, ну, ты немножко загрустила, вредина. Я поняла, ты хочешь поиграть, у тебя совсем нету настроения. Давайте поиграем в игру «Голодные рыбки». Поехали, ребята! Столько рыбок всяких прикольных. В этой игре, ребята, нужно маленькую рыбку скормить более крупной рыбке. У меня, кстати, рекорд в этой игре 3500 очков предыдущий. Сейчас посмотрим, сможем ли мы поставить новый рекорд. Thank you.
У нас уже 690 очков с Анжелочкой. Ух ты, у нас там какая-то новая рыбка в пузыре. Интересно, интересно. Ой, не туда. А что будет, если мы... А, 100 монеток сразу нам дали, здорово. Ой, ребята, наши рыбки опускаются, надо поскорей их ловить и скармливать акулам. Так, мы с вами уже набрали 1560 очков. Мы уже набрали половину старого рекорда. Покормим еще этих прикольных акул. Ребята, а в какую игру больше всего любит играть ваша Анжела? Моей вот, например, очень понравились эти рыбки. Ой, у нас тут уже спускаются низко акулы. Так, что-то у нас нету совсем больших рыбок. Вот, появились наконец-то. Ура, здорово. У меня уже 2950 очков. Клево. Кажется, я уже близка к новому рекорду. Надеюсь, мы с Анжелочкой не зароним. Ух ты! Какая рыба-колючка! Было бы, конечно, интереснее, если бы здесь было побольше всяких цветных рыбок. Ой, кажется, рыбки стали спускаться быстрее. О-оу, ребята, не заронить бы. Ой, кажется, у меня остались совсем маленькие рыбки. Ой, нет, все. А какой у нас рекорд? Давайте посмотрим. У нас новый рекорд. Ура, ура, ура. У меня все-таки получилось 3700 очков. Здорово. Ребята, напишите, какой рекорд у вашей кошечки Анжелы. Будем сравнивать. А моя Анжела уже немножечко устала. Самое время переодеть ее в пижамку. А?
Одену-ка ей пижамку Боди. В розовом цвете. Смотрите, какая она классная. У нее розовая шубка и розовая пижама Боди. Анжела, ты знаешь, что наши подписчики очень ругались, что ты ложишься спать с косметикой и постоянно забываешь ее смыть. Вот сегодня мы все уберем и отправим тебя в кроватку. Без косметики. Ложись скорее. Ребята, а вы подписывайтесь на наш канал Ушастик Kids и смотрите новые серии с кошечкой Анжелой каждый день. А также не забывайте присылать ваши комментарии. А мы с Анжелочкой с удовольствием будем их читать. Сладких снов, Анжела. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята.